Когда красная снимает, да? Держи, держи, его уйдет. Смотри. Покажи. А на что он взял? Чаби. Или это секрет, нельзя говорить? А. Ага. Опа, осторожно. Чаби СССР. То есть мелководный чаби. Идет по самому верху. Сколько сантиметров заглубляется? А он идет буквально там 5-10 сантиметров. Ага, у меня тоже такой, но у меня чуть-чуть глубже. Покажи его, Игорек. Сейчас, сейчас. Ну подойди. А я отсюда вижу. Я ж снимаю. Иди, я покажу чаби. Я вижу чаби. Куда ты рыбу деваешь? Это... С вами спортсменами. Первую рыбу. И голодным останешься. Он меня еще пометил на удачу. Вот, как обычный чабик, только у него лопатка меньше, и она расположена почти перпендикулярно. Идет по самому верху. Сейчас покажу, как он ведет себя при проводке. Слушай, а если красная горит, это снимает или нет? Красная это снимает, да. Как я вовремя включил камеру? Смотри. Так, что ж, смотри, мне надо резкость навести. Вот, видишь, резко. Нет, не вижу. Конец лески вижу, о, веду, веду, вижу, вижу, веди, веди, веди. Вверх поднимается, если ниже, он идет уже, ну вот поверху буквально. Ага, вот, уже видно, что он поверху практически идет. Да, идет при самой медленной проводке. Ага. Видишь, безобрус? Да. Местные ребята подплыли. Он за собой как усы оставляет. Так, ну все. Счастливой охоты, удачной охоты, брат.